Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Спрашивали, как там большой аквариум? Ну, вот так. И сейчас он пришел в нормальный вид. В плохом виде я его не показывал. Не потому, что не хотел показать. Хотел, честно, хотел сделать видео, но то нету времени, то опять нету времени, то снова нету времени. В общем, смотрите, что было. Видите, вот такая вот пленочка на поверхности. Так вот, она была вот прям белая, и вот, как сказать, консистенция ее. В общем, она полностью покрывала поверхность воды, как плесень плавающая. Откуда это, я не знаю. Ну вот. Прошло это само собой где-то за 2 недели. Да, где-то так. Еще я заметил, что я начал подавать Сайдекс именно Ермолаева. Это не реклама, мне за это не платят, но вот я просто делюсь своими наблюдениями. Вот. А до этого был Сайдекс какой-то другой фирмы. Непонятно. И он, кстати, пожелтел почему-то, не знаю. Ермолаевский нормальный. Вот, начал, в общем, я добавлять его. Смотрите, какие обрастания вот. Это уже улучшилось состояние буцефаландру. Он болтается листик. Вот, он, видите, болтается. Это уже, ну, как бы, не живой листик. Это Super Blue Type Round. Она попускала очень много боковых отростков после того, как пооблетали листья. В общем, вот как мох разросся, вот состояние полянки с буцефаландрами. В общем, удобрения я стал подавать по 5 мл каждого, это микро-макро железо, раз в неделю. Сайдекс каждый день по 5 нажатий на флакон. Вот. Подмена, вода из-под крана. Вот у меня тут есть отметка. 50 литров. В общем, 50 литров плюс-минус. Там 5 литров. Вот такая подмена. Вот такое состояние аквариума. Как некоторые говорят, пишут, замечу, идеального, далеко не идеальный аквариум, как мне кажется. Вот, видите, анубиасы, они сейчас в ксенококусе, до этого были они в обрастаниях, вот еще обрастания есть. Ну, вот. Я жестко его покромсал, жестко, он был разросшийся, я очень много листьев убрал. Вот. Кстати, нужно будет поубирать, вон видите, есть такие мертвые листики. Вот. Световой день я не менял. В каких-то из видео я все рассказываю, сколько он светит, но вкратце он включается, по-моему, в 15:00. Начинает плавно включаться. И вот сейчас вот, сейчас у нас, наверное, 18:00. Часов рядом нет. А, есть. 17:00 сейчас. Вот сейчас он ближе к 100% включен, сам светильник. Авто не показывает, насколько он. В общем, вот так вот. Стайные рыбы ведут себя хорошо. И те, которых я добавлял, и старые. По количеству я пытался их пересчитать. Вроде как плюс-минус все на месте. Коридоросы. Почему-то они вот разделились. Панды отдельно. Black Venezuela. Вот там вот в зарослях они постоянно лазят. Ну, скалярии это пара. Это те, что остались. Вот пара. Меченосец все еще один. Я думаю, не знаю, буду самку вот сюда садить или нет. Потому что они как расплодятся, потом я их не выловлю. Вот. Также там где-то есть акантофтальмус, я надеюсь, он где-то есть. Там где-то есть один сом присоска серого цвета. Вот. И один, к сожалению, один красный, он погиб. Вот.
Ну, а в остальном как бы все растет. Все растет нормально, буцефаландры вот приходят в нормальный вид, стабилизируются. Вот, посмотрим, как будет дальше, как перенесем лето. Что обычно летом происходит самый ужас, и потом половину осени пытаешься сбалансировать аквариум, и, ну и зимой уже идеально. Вот. Ну и вот мелкий вид анубиаса, кстати, не обрастает отлично. По поводу листков на анубиасе пинта. Я задал вопрос, мне писали, что его нужно поместить на свет. Он на свету. Он на свету, и почему-то листья, которые он пустил новые, они не белые. Не знаю почему. Может, они должны дольше, как бы растение должно, может, лист постареть, не знаю. Напишите по этому поводу. Вот. Температура воды у нас 24,9. Нагреватель не работает. Вот так вот выглядит аквариум. Хотел я убирать анубиасы, пока не буду. Не буду трогать. Единственное, что, конечно же, проряжу вот тут этот мох, потому что он просто заплетает все. Это как паразит. Он все. Он заплетет все, уничтожит полностью мне буцефаландры, если этого не сделаю. Вот, смотрите, на корешках вот. Что это же вьетнамка, да, или что это? Ну, потихоньку я от этой темы уже отдалился, от аквариумистики, и как-то, знаете, значил, ну не то что, ну, вылетает из головы вот название растений, названия тех же самых, вот я вот назвал, самые присоски, да. Вот. Ну ничего, зимой наверстаем. В общем, ребята, это все. Краткий такой обзор. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. Кто досмотрел до конца видео вот сейчас, благодарю за внимание. Вот. Всем пока, хорошего настроения.